Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, на мое новое видео. Меня не было достаточно долго, но я просто перейду к видео, не буду объяснять причину, как я делаю всегда. Сегодня я расскажу вам, как составить максимально базовые, удобные и минималистические образы, имея под рукой всего 7 вещей. Первая вещь, которая входит в наш гардероб, это кожаная черная юбка. Вторая — это скини-джинсы завышенной талии. Третья — это свитер оверсайз. Белая оверсайз-рубашка. Белая базовая футболка. Черный пиджак. И золотистая шелковая маечка. Первый образ состоит из кожаной юбки. Думаю, похожую можно найти в H&M или в Zara. И шелковый топ золотистого цвета, который я купила в магазине Zara. Чтобы подчеркнуть талию, я добавила ремень. Также хочу представить дополнение данного образа. Можно надеть черный пиджак или же белую рубашку оверсайз. Вариант с пиджаком смотрится более официально. Следующий образ состоит из очень милого свитера, который я купила в H&M и все той же кожаной юбки. Также данный свитер я люблю сочетать с синими скини-джинс. Это также смотрится очень просто и повседневно. Можно накинуть пиджак в холодную погоду, но по мне без него смотрится намного лучше. Следующий образ является базовым. Это белая футболка. Я купила ее в Zara Basic, если я не ошибаюсь. И все те же синие скини-джинсы, они у меня из H&M. Также, как один из вариантов ношения, является узелок. Достаточно летний вариант и очень симпатичный. Вернувшись к своему любимому варианту ношения, я надеваю белую рубашку и просто посмотрите, как это смотрится. Очень просто, лаконично и стильно. Мне очень нравится. Также классический образ, все та же футболка, скини-джинс, только добавляется черный пиджак. Я очень часто вижу такой образ на селебрити, и у блогеров я подсмотрела, что можно добавить пояс, но лучше это смотрится с блейзерами. На этом мое видео подошло к концу. Для того, чтобы с вами попрощаться, я решила выбрать именно этот минималистичный образ. Надеюсь, вам понравилось это видео, вы что-то подчеркнули из него и возьмете что-то на заметку. Это самое главное, чтобы оно было вам полезным. И вот так вот просто можно, имея всего 7 вещей в своем гардеробе, составить как повседневный, так и деловой лук. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и до скорых встреч, я вас очень сильно люблю, пока-пока!